Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Это видео по боксу, где можно зарабатывать, начинать без вложений, AD Tokens. И в этом видео я хочу поделиться своей стратегией заработка. Значит, у меня вот мой баланс 88 центов и мои токены 3219 токенов. Вчера, друзья, я была в минусе с токенами. У меня было минус, по-моему, 35 токенов или 34. Как-то так. Значит, мне пишут в комментариях под видео о том, что токены исчезают. И еще мне написали, что такое жетоны. Жетоны, друзья, это вот эти вот токены. Это в переводе с английского на русский жетоны. Как бы. Вот это, друзья, смотрите, мои кэшлинки, мои рекламные ссылки. Значит, смотрите, я переведу сейчас на русский. И что у нас здесь пишут? Вот это вот внимательно изучите, чтобы не исчезали вот эти токены. Значит, платные объявления требуют, вот эти объявления, видите, доллары, вот их много у меня их, значит, требуют и потребляют токены, вот эти вот токены наши, по мере их выдачи. Вы будете получать платную рекламу ежедневно, пока не будут использованы все ваши токены. Я вчера, как умная Маша, не вчера, позавчера, добросовестно всю рекламку, вот эти копейки, все просмотрела. Вчера захожу, у меня минус вот 30 чем-то токенов. Значит, просмотрите приведенное ниже объявление об активации или купите рекламную кампанию ПТС. Так, чтобы увеличить свои вот эти наши токены. Чем больше вы накапливаете, тем более ценную рекламу вы будете привлекать. Сюда я закинула сначала 1 доллар, потом еще один. И больше я сюда не закидывала. Работаю, теперь буду работать как бы из заработанных средств. Значит, смотрите. Я буду просматривать, как буду работать. Самую дорогую рекламку я просмотрю. Вот эту. Так, что еще здесь можно просмотреть? Так, 0.0201, 2.0. А здесь уже вот это уже пошла, ну, такая мелочевочка. Далее опускаемся ниже. У нас уже тут идут токены. И я просмотрю, вот эти токены соберу. Вот, чтобы у меня не сгорели мои токены вот эти. Буду просматривать самую дорогую рекламу. Так? И по мере того, как уже с баланса, как бы прикупать вот эти токены, жетоны, чтобы как бы свои денежные средства не вкладывать. На данный момент у меня сейчас 88 центов. Я поставлю на паузу и просмотрю вот эти дорогие рекламки и соберу свои токены. И после продолжу. Я просмотрела самую дорогую рекламку свою. И у меня на балансе стало $1.63. Неплохо, да? Далее, друзья, смотрите, опускаюсь я ниже. Так, это вот эти доллары мои мелкие. Теперь вот я соберу токены. И показываю, как собирать, как я собирала вот эти свои дорогие рекламки. Нажимаю VFAD, ну, на примере токенов. Потому что токены я точно так же буду собирать. Я разгадываю капчу. Идет вот отчет времени. Так, здесь будет вкладочка, смотрите, Next. Если я нажму Next, то я буду продолжать смотреть рекламку, но мне будут давать рекламу
всю подряд. И вот эту мелкую рекламу, и токены. В общем, как попало. Вот. И я вот дорогую рекламу, когда вот просматривала сейчас, я нажимала не Next, а даже Board. И уже вручную как бы нажимала VIF AD. И вот теперь я опять. Если бы я нажала Next, мне вот эту рекламку я начала просматривать. Понимаете? И поэтому я вот так вот вручную ее сейчас всю просмотрю. Я просмотрела токены. То, что вот мне дали. И как бы вот своей стратегией поделилась, друзья, с вами. Это сугубо мое, как бы лично я с вами поделилась, как вот я вот решила здесь зарабатывать. Если у вас есть своя стратегия, как лучше, пожалуйста, зарабатывайте. Но если я вот эти токены, ой, вот эти денежные ссылочки все просмотрю, они съедят мои токены. Так? Вот. Ну и завтра я повторю тот же результат. Эти я уже сегодня просматривать не буду, чтобы мои токены остались на месте. Это, конечно, то, что я просмотрела, они немножечко как бы уменьшатся завтра. Ну вот, тем не менее, как бы я вот такую стратегию для себя выработала. Я вам ничего не навязываю, я только делюсь, друзья, с вами информацией. И по мере того, как бы буду зарабатывать и уже из заработанных средств ставить себе рекламку и увеличивать свои токены. Вот. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.